elbow, run it. Up to run it. Mag niet, no elbow. No. Clear fight. No clinch. Clear fight. No clinch. No clinch. Clear fight. Clear. Okay? Oh. Еще ничего не известно. Но зато отлично известно, что организатором проекта «Бои по правилам ТНА» на Кубок «Татнефть» является Ледовый дворец спорта «Татнефть-Арена». «Татнефть-Арена» – многофункциональный спортивный комплекс. Хоккей, концерты, бои, татарина, как все это можно познать в «Татнефть-Арене». «Татнефть-Арена», живите активно, отдыхайте весело. Партнер чемпионата «Оружейный дом». «Оружейный дом» – это группа компаний для охотников и рыболовов. От крючка и патрона до катера и квадроцикла. От стрелкового тира до ресторана и гостиницы. Партнер чемпионата «Оружейный дом». Hey, niet onze land zijn, hè? Round 2. Thank you.
Персия ТНР расширяет свои границы.
Первый этап 1/4 финала чемпионата мира бои по правилам финала Кубка «Нефть» сезона 2012-2013 годов состоится 30 марта в городе Нижнекамске в Ледовом дворце спорта «Нефтехимик». И также позвольте напомнить вам, что партнер чемпионата «Оружейный дом». «Оружейный дом» — это группа компаний для охотников и рыболовов. От крючка и патрона до катера и квадроцикла, от стрелкового тира до ресторана и гостиницы. Vou mostrar um pouco de agressividade agora. Então, com uma certa cautela, vai estar um outro. И перед тем, как объявить дополнительный четвертый раунд, я также хочу сказать, не забывайте, «Татнефть-Арена» – многофункциональный спортивный комплекс. Хоккей, концерты, бои, катание на коньках – все это можно познать в «Татнефть-Арене». «Татнефть-Арена» – живите активно, отдыхайте весело. А у нас с вами дополнительный четвертый раунд. С улыбочкой начинают бойцы четвертый раунд, а мы начинаем его с аплодисментами. Thank you.
Бойцы на середину ринга. Дамы и господа, у нас есть судейское решение. Ladies and gentlemen, now we have a decision. В этом бою в четвертом дополнительном раунде победу одержал из Нидерландов Хишам Эль-Гаури. Браво! В прошлый раз, когда я попросил тебя спеть эту песню, которая звучит у тебя на выходе, ты застеснялся. Но он сказал, я не певец, я боец, и это правильно. Но твой наставник Эрнесто Хуст показал нам, как танцевать под эту музыку. Может, ты покажешь, как правильно танцевать? Come on, come on, come on. Каковка, красавец! Браво! Миша, я хочу спросить тебя. Твое главное оружие – это хорошие удары коленями. Но в этот раз колени не срабатывали. Но у тебя появился хороший хай-кик. Почему так слабенько? Мог бы посильнее ударить. Yeah, every fight is another fight, you know. Just what I think at that moment is good, I do it. You know, or it's a knee, or a kick, or a punch. As I say, I must hit my opponent. That's the important thing. That's it, I did my job. Каждый бой проходит по-разному. Где-то срабатывают колени, где-то можно ударить высоко, ногой в голову, где-то руками. Каждый бой по-разному. Это моя работа, и я делаю ее хорошо. Ты действительно хорошо делаешь свою работу. И доволен результатами этого боя? Yeah, I'm very happy. And last year I didn't win the championship. This year I won championship for sure. Спасибо. Браво! Хишам Эль-Гауи из Амстердама, победитель боя в категории до 80 килограммов. Ваши аплодисменты.